В золотой фонд дуэта «Чая вдвоем» вошли такие песни, как «Я не забуду», «Черемуха», «Попутчица», «Соломинка», «Камчатка». Очередным прорывом стала песня «Ласковая моя», несколько недель подряд удерживающаяся на первых местах большинства хит-парадов. Именно за эту песню «Чая вдвоем» номинировался на золотой граммофон. Творческие обязанности распределяются между двумя участниками следующим образом. Станислав Костюшкин пишет слова, Денис Клявер – музыку и аранжировки. Капли дождя по мостовой. Уезжаешь сегодня, но не со мной. Стук-стук каблучков, словно время назад. Стас, Днепропетровск уже два дня говорит об одном. О том, какой вы красивый, какая замечательная фигура. Как достичь таких результатов? Ну, вы знаете, недавно только обсуждали с Денисом вот по поводу результатов. Кто-то говорит, что результатов достичь достаточно легко, и можно там за год вот все, в общем-то, поиметь, и все, чтобы у тебя была хорошая фигура и хорошая мышечная система. Но с возрастом это становится дело тяжелее и тяжелее, поэтому я думаю, что мое счастье, что я к своим вот 37, уже 8 годам, я начал этим заниматься в 14 лет и не прекращал. Поэтому мне достаточно легко держать себя вот в этой форме. Мама украинка сама, я родился в Одессе, и могу сказать, что моя мама манекенщица, да, и сейчас она уже, конечно же, на пенсии, но она... То есть гены заложены, она, конечно. Да, ноги тоже гены, но самое, я не потом хотел сказать, я хочу сказать, что я знаю, что для того, чтобы украинкам держать фигуру, вам уж точно надо заниматься спортом. Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу, ласковая. А вы вообще вот модный человек, любите шопинг, какие бренды предпочитаете? Я, наверное, модный человек, но шопинг я не очень люблю. У меня с женой все время споры. Шопинг я предпочитаю, сейчас будет достаточно такая какая-то помпезная фраза, но я шопинг люблю делать в одном городе, в Париже. Объясню почему. Во-первых, никто меня не знает. Это меня устраивает. Во-вторых, там есть один магазин, будете удивлены, Dolce & Gabbana. Единственный магазин, который мне в Париже нравится. Мне очень, во-первых, там хорошие, большие размеры на меня подходящие. Вот, и те фасоны и те модели, которые представлены там, мне они интересны, и мне они подходят. Вот я вот захожу в Dolce & Gabbana, и, в общем-то, больше я не хожу никуда. Ты для меня лишь одна желанная, солнышко мое долгожданное. «Чай вдвоем», сколько лет уже этой группе? Ничего не хотите изменить? Изменить в течение, в музыке нет, потому что если вдруг компания «Макдональдс» вдруг будет торговать стейками и какой-нибудь там, не знаю, там пивом, то никто не будет ходить туда. Поэтому надо всегда все-таки бренд понимать, для чего он создан. Да, можно создать другой бренд, который будет называться там, не знаю, там... «Кофе втроем». «Кофе втроем», там что угодно, да, «Заварка». И там уже может быть что. Но «Чай вдвоем» — это легкая популярная музыка. Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Сфера шоу-бизнеса не развивается. Мало того, последние какие-то номинации, там типа там Movie Awards, у меня жена говорит, боже мой, куда мы катимся? Я говорю, мы не катимся, мы уже докатились, в общем-то, что там удивляться. Мне кажется, что легкий деградан все время присутствует. Очень сложно удержаться на какой-то ступени, чтобы не упасть вниз и не залезть столь высоко, чтобы тебя не понимали. Вот эту середину найти очень тяжело. Но мое мнение, что наша популярность, она доказывает лишний раз, что у нас это неплохо получается. Мы середину нашли, вот. А если какие-то эксперименты, то это могут быть эксперименты, но не с группой «Чай вдвоем». Это Стас Костюшкин, группа «Чай вдвоем», специально для программы «Тип-топ». Ну, другое дело. Я вот думаю, сколько таких дел еще надо переделать?
Коллега, работы не почет и крадет.